Здравствуйте, я юный инспектор дорожного движения и хочу обратить ваше внимание на то, что здесь находится детский сад и школа. Будьте осторожны, сохраните нашу жизнь. Ученики 7 А-класса Голицынской школы номер 2 всегда рады напомнить водителям о том, что они и так должны знать на отлично. Ведь ситуация на одинцовских дорогах оставляет желать лучшего. Это даже школьнику понятно. Из каждой подворотни может выскочить такой лихач и... может не уследить за своими движениями и действиями, и как бы из-за этого страдают другие люди. Семиклассники к встрече с водителями готовились заранее. Печатали цветные памятки, рисовали плакаты. Большинство водителей отнеслись к такому профилактическому мероприятию с улыбкой и пониманием. Ведь, напоминая автомобилистам правила дорожного движения, дети учат их сами. Шестиклассники Большевиземской гимназии тоже не остались в стороне от профилактического мероприятия. Их красочные плакаты мог разглядеть любой водитель, проезжавший по Можайскому шоссе. Очень опасный с точки зрения пешехода дороги. Страшно приходить, потому что тут сразу не останавливаются перед пешеходным переходом. Да, и тут у нас совсем недавно сбили девочку, и после этого поставили светофор. Ситуация на одинцовских дорогах сложная, но это поправимо, считают школьники, участники профилактического мероприятия 10-го батальона. Во всяком случае, со своей стороны они делают все возможное, чтобы стало лучше.